Жаль, что я не готовила эти марокканские блинчики раньше. Настолько вкусные, особенно с растопленным сливочным маслом и медом. А приготовить такие блинчики проще простого, да и рецепт получается бюджетным. В чаше перемешиваем все сухие ингредиенты. Манку, муку, соль, сахар, дрожжи. Все заливаем теплой водой и пробиваем блендером. Оставляем на 15 минут. Далее к тесту мы должны добавить разрыхлитель и уксус, у меня яблочный 6%. Все это хорошенько перемешиваем, получается очень воздушное, пористое тесто. Печем блины на сухой, хорошо разогретой сковороде на медленном огне и только с одной стороны. Посмотрите, какие блинчики получаются пузырчатыми. Они очень вкусные. Можно подавать с растопленным сливочным маслом и медом, со сгущенкой, с вареньем. Будет очень-очень вкусно.